Здоровенькие были мои подписчики и все жители Днепропетровска, и те, кто читает паблик, вернее, велостречу «Критична масса Днепропетровска». Мы сегодня находимся на инспекции велодорожки на проспекте Мира. Огромный привет велосипедисту. Как видим, стоп стоит на месте, просто обложка поменялась. Я вот не против сейчас буду сделать вот такую вот вещь. Типа, вот он стол, селфи. Ну, в общем-то, по дорожке, что можно сказать. Ребята, ну, отлично. И он чистит. Вон, вдалеке находятся пацаны в оранжевых характерных жилетах, которые вроде ее приводят в порядок. Я вижу, мусора стало меньше. Да, кстати, с обратной стороны щита уже непонятно. То ли Спортлайф, то ли этот... Роде жить, ну, непонятно, что там. Ну, собачки бегают. Я вот сейчас, вот, конечно, буду бояться заскочить на велик и проехаться мимо них. Тут вот неподалеку, совсем неподалеку. Машина, кстати. Неподалеку был еще второй щит, на котором будет отдельный привет тому неизвестному велосипедисту, которому он мешал проехать. Ну, это, кстати, один из двух щитов, и по нему, я вам скажу по секрету, сейчас мы подойдем, тоже видно становится. Держатели щита прислушались к мнению неизвестного и, в общем-то, его благополучно перенесли, ну как, с велодорожки на пешеходный тротуар. Вот, кстати, мы подходим к характерному бичу этой велодорожки, отсутствие разметки при пересечении проезжей части, где ходят автомобили. Спасибо, дружище. Итак, да, щит перенесли. Теперь это не Боря наш любимый. Это Рэчи для Малэчи. Вон проспект Мира 18. Но дырку никто не заделал. Так что будьте внимательны. Прислушались. Вот так вот расколупали плиточку. Похабно вставили обратно. И щиток перенесли. Интересно, велосипедист кому будет писать? О, а тут видно место. Наверное, им пишите. Пускай заделывают асфальт, да? Пацанчики. Во-во-во. Номер, ну, часть сохранилась, там уже под бором. Наберете. Вот, что еще по дорожке? Ну, как видите, асфальт волнами. Поэтому местами есть лужа. Скапливается. Ну, это такое дело. Делали на скорую руку, выборы быстро надо было закончить. Сметы, все дела, бла-бла-бла. Главное, чтобы народу было это хорошо. Ну как хорошо? Ну как-то было. Создать типа что-то как-то. Но до конца это уже не знаю. Мы не профинансировали этот проект. Все, всем пока, спасибо за внимание.